Добрый день, дорогие гости. Так, 73 человека, значит, будет больше 100. У нас всегда немножко опаздывают. Как меня слышно по пятибалльной системе? Так, пятерочки. Очень хорошо. Так, и я смотрю, нет, есть 4 с плюсом. Ну, это значит, можно на компьютере немножко подправить. Если у кого-то сейчас маленький экран, есть такие, у кого совсем маленький слайдик? Ну-ка, по десяточке поставьте, у кого маленький. Потому что я знаю, что как только начнем показывать, скажут, ничего не видно. В общем, у кого... Маленькое изображение. Над фотографией ведущего есть 3 кнопки. Вы можете с помощью нажатия на эти кнопки расширить, убрать, значит, участников. В общем, расширить вообще на весь экран. Вполне возможно, вам это поможет. Так, хорошо. Меня слышно, все сделали большой экран. Прошу еще, если кто-то будет писать... Нет звука, да? Я не буду отвлекаться. Вы уж напишите ему, чтобы под моей фотографией он нажал на кнопку, и там было вместо off on. Ну, в принципе, я думаю, такого не будет. Ну, ладно. Меня зовут Вадим Комаров. И сегодня я с этими вот двумя очаровательными девушками познакомлю вас с фантастическим проектом, который наконец-то зашел к нам на родину, к нам в Россию. Я в этом проекте уже 3,5 года. 3,5 года назад я пришел на идею. На идею получать деньги за мои покупки в интернете. На идею получать деньги за покупки всех людей в мире. Это, конечно, грандиозно, но сегодняшняя цель – не показать вам, как именно вы будете зарабатывать глобальные деньги. Сегодняшняя цель нашей встречи – это показать вам, как вы, ничего не меняя в своей жизни, делая те же самые покупки, будете зарабатывать деньги. Именно зарабатывать. Экономия экономией. Но вот те деньги, которые вам будут возвращать, это не возврат денег. Это плата за вашу покупку. И сегодня я вам об этом, в общем-то, расскажу и докажу. Я вам сегодня буду рассказывать много интересного. Я в основном буду рассказывать логически такие вещи. Девушки покажут вам конкретные примеры, конкретные выгодные покупки, вплоть до того, что вы увидите, как купить машину там со скидкой, в общем, дешевле на 200-300 тысяч. После того, как они закончат, я, наверное, вам покажу вживую прямо этот сервис, где можно машину посмотреть. Покажу вам вживую как раз то, что вам будет показывать Светлана Сучкова. Но самое главное, в самом конце я научу вас зарабатывать конкретные деньги на покупках. И для многих из вас приготовлен бонус более чем на 20 тысяч рублей. Поэтому в конце те, кто поймет, что ему это предложение очень выгодно, узнает, как действовать дальше. Вот такой план. Поставьте плюсики, если вам понятно. Так, вижу, что понятно уже целым 3 человекам. Нет. Ну, давайте уже ближе к теме. Итак, есть глобальный портал дубли. Что это такое?
Это портал, который объединил, в общем-то, на своей площадке фактически большинство таких крупных интернет-магазинов мира. Десятки, сотни, тысячи магазинов, в которых мы покупаем каждый день, сейчас зашли по договору на портал Тубли. И это приводит к очень удобным для нас с вами вещам. Потому что Дубли всесторонне проверяет магазин, чтобы у него было чистое имя, чтобы не было никаких отрицательных отзывов, там, допустим, недоставка товара или там, потери денег, некачественный товар, фальсификация. Этого всего здесь не увидите. Да и как можно увидеть, если там такие магазины, как Amazon, eBay, в общем, магазины, которые на слуху. Понимаете меня? Кроме того, на этом портале развлечения и так далее, об этом мы сегодня в основном не будем говорить. Сегодня мы с вами будем говорить о шопинге. И вам надо в первую очередь сегодня разобраться, откуда берутся деньги. За что вам будут платить? Вот Антонина пишет, что ничего ей не понятно. Так понятно, что я ничего еще ей не рассказал. Вот есть такое слово «кэшбэк». И в ближайшее время ни один, я думаю, человек не будет даже рассматривать покупку без кэшбэк. Кэшбэк – это и есть заработок на покупке. То есть вы заплатили деньги, получили товар, и через некоторое время вам перечислили на карточку энную сумму. И сейчас я вам покажу, как это происходит и почему. Конкретно портал Дубли. Видите? Миллионы клиентов, миллионы таких же людей, как мы с вами, уже зарегистрированы на этом портале и заходят в интернет-магазины, зайдя только сначала на портал Дубли и выбрав какой-то интернет-магазин. Всего одно лишнее действие через портал Дубли. И так как здесь огромное просто количество клиентов, то все интернет-магазины, вот эти вот, в очередь просто стремятся попасть на этот портал. Потому что идет непрерывная борьба за нас с вами, за клиентов. И Дубли, тщательно проверяя эти магазины, соглашается их принять при условии какой-то скидки по договору. Магазин говорит им, что если любой клиент Дубли покупает у нас, ваш клиент у нас что-то покупает, мы вам конкретно, Дубли, платим там, 10, 15, 20%, там, 70% от покупки. Не нам с вами, а Дубли. Они платят за то, что те поставляют им клиентов. Это понятно? Поставьте плюсики. Это очень важно. Вот Антонина, поставьте, вам понятно или нет? Понятно. То есть магазин рассчитывается с Дубли за то, что те им к ним поставляют клиента. Что происходит дальше? Вот это мы с вами, вот нас здесь 96 человек. Мы с вами покупаем всегда в каком-то магазине. Кстати, наверняка вы еще не так часто покупали, но поставьте мне десяточку, кто уже покупал в интернете. Нет, Лен, не типа купонных сайтов. Значит, вы покупали, многие уже покупают, активно пользуются, все прекрасно понимают, что в интернете дешевле. Там нет ни аренды, ни охраны, и многих вот этих вот накруток огромных. Итак, вы покупаете в этом магазине всегда, к примеру, Amazon, да? Или там, какой у нас еще там магазин? МТС, связной, да какой угодно магазин, они все уже здесь, на Дубли. Вы покупаете всегда здесь. Вас устраивает сервис. Что вы делаете всегда? Оплатили денежку, магазин к вам доставил, да? Вы довольны. Что делается сейчас? Вы регистрируетесь
на дубли. Причем там есть бесплатная регистрация. Там есть три регистрации. Есть бесплатная, есть чуть-чуть заплатить. Ну, там большие скидки. Это потом мы вам расскажем. Итак, вы зарегистрировались, ибо зашли в этот же МТС или связной, к примеру, через дубли. На один клик больше, да? И покупаете тот же самый, ну, я не знаю, компьютер в этом же самом магазине по той же самой цене. По той же самой цене. После покупки магазин платит дубли деньги. С этой покупки он платит ей какой-то процент. Понимаете? А дубли не возвращает вам деньги. Он вам, вот я написал возврат, а на самом деле он платит вам за то, что вы сделали покупку через интернет-магазин. Ой, через дубли в этом интернет-магазине. Допустим, здесь вернулось $100, так? Так вот, насколько я знаю, $50 возвращается сюда. Ровно половина. Понятно? Это принцип. И на этом принципе основан гигантский рост этого портала. Он сейчас фактически везде. Он как вот, не знаю, скорпион, или как это назвать, но он покрывает весь земной шар. И Австралия, и Америка, и Канада, но об этом я вам покажу. И сегодня он у нас здесь. И мы можем в наших магазинах, в любых, покупать через дубли и получать вот эти деньги. И об этом мы сегодня с вами будем разговаривать. Это фантастика. Я говорю, я 3,5 года назад только на эту идею, а сейчас я могу ее руками потрогать. Вот 4 раздела, которые представлены на этом портале. Шопинг. Вы можете купить все. В интернете можно купить все, от иголки до самолета. Я не знаю, любой, и кредит взять, и киллера нанять, и нефть купить, все, что хотите. Все есть в интернете, значит, все вы можете купить. Есть такое дело. Каждый из нас тратит огромные деньги на какие-то отпуска, на аренду машин, на отель, на турпутевки, на все это. Здесь все это можно сделать с баснословной скидкой, я имею в виду скидкой, то дешевле здесь найти, и плюс получить кэшбэк. Заработок. Здесь есть 18 миллионов песен, любых, клипов, игр 40 там, по-моему, тысяч. Все здесь есть для того, чтобы вы просто зашли и начали здесь слушать песни, играть и так далее. Причем это не будет стоить вам денег. Вот это все. Вот что такое дубль. И кроме того, здесь есть еще и медиа-раздел, который дает вам возможность завести здесь почту. Здесь есть хранилище ваших файлов, которое тоже дается вам бесплатно. При бесплатной регистрации вы еще и получаете объем определенный. Ну и если будете платить, то он будет побольше. Вот такая вот вещь сегодня представлена для вас. Вот что такое дубль. Как вам начало? Поставьте по 10-бальной системе. Как вот начало? Это просто супер. Это то, от чего нельзя отказаться. Это ну, просто бери и покупай. Но дальше будет еще интереснее. Намного интереснее. Вот смотрите. Кроме того, что мы с вами можем покупать в любой стране мира, ни для кого не секрет, что купить в Америке товар в 2-3 раза выгоднее, чем купить в российском магазине. Потому что цены действительно в несколько раз дороже. Мы просто боимся покупать за границей. Мол, там загоним деньги, нам не придут какие-то товары, опаска. Другое дело, вот здесь купить, там, в Озоне, да? Или еще где-то рядышком. И вот есть, кроме всемирного рынка, в каждой стране есть шопинг-молл. Вот они были вот пока на Украине, в Америке, в Германии, в Англии, в Австралии, в Испании, в Дании. И как бы глобальный молл, который объединял все страны, и в том числе и Россию. И мы покупали и были очень довольны. Но сейчас произошло самое главное событие. Ему уже где-то с месяц открылся
как сыр в мышеловке. Ну, покупайте дороже, Петр. Открылся российский шопинг-молл. Все, открылся. Теперь, вот смотрите, я вам пример. Ну, там девушки вам будут пример приводить. Но я вам просто приведу пример, который вот я живу в Питере. Мне нужны были туфли. Я набрал магазин «Ла Мода». Ну, их тут много в Питере, прям представителей, да? Я выбрал размер, все такое, и нажал «Доставить». Они мне привезли, мне туфли не подошли. И они их увезли. И привезли мне другие. Я их оплатил и получил от дубли деньги. Вот так вот, Петр. Вот так выглядит наша сегодняшняя действительность. А пройдет еще пару лет, Петр. Любая бабушка, которая грызла семечки возле подъезда, будет покупать булку хлеба через интернет. Не верите? А я верю в это. И все идет к тому. Потому что интернет сейчас идет просто фантазия. Про партнерку расскажу, госпожа ароматизация. Чуть позже. Сейчас вам вот мое вступление только для того, чтобы вы поняли механизм. И то, что в руки вам сегодня дается, ну, просто волшебная палочка. Ну, а дальше, сейчас, я передаю слово Алене Комаровой. Это моя дочь. Она вообще там с головой в этом уже шопинге. Она знает там каждую тропочку. И сегодня она вас познакомит, ну, с, уже с реальными примерами. Поэтому слушайте внимательно. Можете взять листочек, ручку и записать кое-какие магазины. Хотя запись будет однозначно. Итак, встречайте, Алена Комарова. Всем здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, по пятибалльной системе, как меня слышно. Хотя я вижу, что должно слышно быть хорошо. Ну все, отлично. Итак, друзья, еще раз всем добрый вечер. И скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь был в прошлый вторник? Если были, то поставьте семерку. Если вы впервые, то поставьте тройку. Потому что есть информация, которую я уже рассказывала. И, конечно же, есть новиночки, очень интересные. Так, ну я смотрю, что большинство ставят тройку. А это значит, что мы приняли правильное решение и решили немного повторить материал, который мы давали во вторник, в прошлый вторник. Вообще мы собираемся каждый вторник в 9 часов вечера и учим, как и где покупать правильно, чтобы вам возвращали наличные обратно, чтобы вы зарабатывали. И как вы видите на этом слайде, я показала самые популярные покупки через интернет. А если есть статистика, это значит, что люди уже вовсю покупают через интернет. И сейчас мы с вами начнем с самого такого, наверное, простого — одежда и обувь. Итак, у меня опять немного не работают слайды, поэтому спасибо. Итак, одежда и обувь. В обычном магазине вот такие вот простые кеды можно купить за 3899 рублей. Через наш портал Дубли мы можем купить их за 34 доллара, а это значит 1085 рублей. Итак, экономия — 2814 рублей. Ваш заработок, по-другому кэшбэк, 99,82 рубля. Смотрим кеды соседние, да, вот серые посмотрели, рядом черные кеды DS Bridge TX. А в элитном магазине, а это очень фирменные, хорошие кеды, удобные, они стоят 2550 рублей. В нашем магазине через портал Дубли они стоят 1395 рублей. Экономия — 1155 рублей. Ваш заработок, кэшбэк, 129 рублей. Следующий слайд, пожалуйста. Милые дамы, я думаю, что удобная, красивая обувь всем нравится. И сейчас я вам показываю вот такие вот красивые туфли, очень удобные. Их купила у нас Света Сучкова, она будет чуть позже выступать.
В обычном магазине они стоят 11 тысяч рублей, 11 тысяч 60 рублей. Мы нашли точно такие же туфли через портал Дубли. Вы видите, что одинаковое название, все одинаковое за 2263 рубля. Зачем переплачивать? Экономия 8797 рублей. Плюс к этому вам заплатят 209 рублей. Далее, вот такие красивые босоножки. В обычном магазине они стоят 13 388 рублей. Через портал Дубли их можно приобрести за 2046 рублей. Экономия 11 342 рубля. Друзья мои, и это все правда, это все реально. Мы сейчас не призываем пойти покупать именно эти туфли. Мы показываем, что все, абсолютно все, что бы вы ни захотели, можно найти через портал Дубли гораздо дешевле и гораздо приятнее, наверное, потому что вам будут за каждую покупку платить деньги. Итак, пожалуйста, следующий слайд. Вот такие вот кофты. Мы специально приводили пример, то есть у нас практически уже вся академия покупает, да не только академия, поэтому мы каждую покупку стараемся сразу показать, что насколько скидка, сколько мы заработали. И вот вы видите футболку Hugo, в обычном магазине она стоит 4699 рублей, через портал Дубли мы нашли ее за 1390 рублей. Экономия 3309 рублей, ваш заработок 167 рублей. Мужская футболка, кофта с длинными рукавами, очень хорошего качества. В обычном магазине она стоит 4699 рублей. Через портал Дубли мы нашли ее за 916 рублей. Экономия составляет 3783 рубля, заработок составил 108 рублей. Дальше, пожалуйста. Шубы. Магазин Виватау предоставляет нам очень хорошие шубы по очень красивым ценам. Сейчас зима. И я думаю, как женщинам, так и мужчинам будет интересен этот вот пример. Потому что мужчине купить своей жене шубу, можно так сказать, в 3-4 раза дешевле, будет очень приятно. И женщина будет довольна, потому что сейчас можно позволить себе купить норковую шубу за очень низкую цену. Посмотрите, через портал Дубли мы нашли шубу за 701 доллар. Точно такую же шубу, но я даже считаю, что немножечко она вот цвет мне вот не очень нравится, потому что черный он благороднее, здесь вот коричневый, но она идентичная. То есть одинаково, с капюшончиком, практически даже немножечко покороче. Она стоит в магазине в обычном 55 тысяч рублей. Итак, экономия составляет 31 507 рублей. И сразу заработок 1856 рублей. Это как VIP-пользователь получает 7,9% от стоимости покупки. За каждую покупку, как уже мы сказали, вам платят. Но каждый магазин дает свой заработок. И здесь обращайте внимание на слайды, вот название магазинов, и я специально кружочком выделяла, чтобы вы видели, какой процент вы будете получать назад. Следующий слайд, пожалуйста. Вот еще один пример норковой шубы, но здесь она со вставками уже, с кожаными. Вот еще также хочу сказать вам такой вот пример, что в каждом магазине есть скидки обязательно. Вы видите, вот норковая шуба, да, меховая одежда, эта шуба стоила 881 доллар. Но у них каждый день происходят акции. Помимо того, что вы еще будете зарабатывать, вы еще и выберете себе одежду, и все, что угодно, вы найдете обязательно с какой-нибудь скидкой. Итак, вот такая вот красивая, можно даже сказать, кожаная меховая одежда, да, с норковыми вставками, она стоит 437 долларов 88 центов, итого 14 668 рублей. Точно такую же я нашла в магазине за 85 тысяч рублей. Экономия 70 332 рубля. И тут же ваш заработок 1159 рублей. Следующий слайд, пожалуйста. Так, давайте подведем итог. Что мы с вами имеем? То есть, купив пару пар обуви, да, кофту и шубу,
Наша с вами экономия составит от 40 тысяч до 80 тысяч рублей. То есть я взяла такой разбег, потому что неизвестно, что вы будете приобретать. А заработок ваш составит от 2,5 до 3,5 тысяч рублей. Друзья, такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, кому-нибудь платили за то, вот в обычном магазине, за то, что вы покупаете вещь? Скидки мы не имеем в виду, да, там, следующую покупку мы не имеем. Вам вот кто-нибудь платил? Поставьте мне минусы, если нет, и плюсы, если да, пожалуйста. Возможно, может быть, есть уже такие магазины, где платят, а мы и не знаем. Смотрю, еще таких магазинов не сделали. Сергей поставил плюс. Сергей, в конце презентации обязательно скажите, где такой магазин, где платят. Спасибо, друзья. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, электроника. Я думаю, этот вопрос, конечно же, всех интересует, потому что мы все покупаем сотовые телефоны, компьютеры, мы покупаем телевизоры. Сейчас я для примера взяла моноблок iMac 27. В обычном магазине он стоит 86 990 рублей. Это очень хороший компьютер, очень популярный. Мы нашли точно такой же компьютер через портал Дубли, но уже за 1000 долларов 799 рублей. Экономия составила 33 тысячи рублей. Тут же заработок мы получили 3780 рублей. Обратите внимание, это магазин Apple Store, официальный магазин. Следующий слайд, пожалуйста. Вот еще один магазин, где можно купить фирменные швейцарские часы. Если в обычном магазине эти часы стоят 11 990 рублей, то через портал Дубли их можно купить за 199 рублей. Экономия составляет 5622 рубля. Ваш заработок составит 714 рублей. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, ozon.ru. Наверняка вы уже знаете этот магазин. В интернете практически везде, что бы мы ни набирали, мы видим магазин Озон. Но если вы зайдете не через портал Дубли, вы просто потеряете свой заработок, а именно 6,6% от любой покупки. Я уверена, что лампочками пользуются все. И я нашла специально такой простой пример, что в обычном магазине лампочка стоит 155 рублей. У меня точно такая же лампочка сейчас вот горит над моим рабочим столом. Через портал Дубли эту лампочку можно купить за 86 рублей. Экономия маленькая, 69 рублей. Но если мы посчитаем, сколько мы приобретаем лампочек за всю свою жизнь, то и заработок в 6 рублей может приумножиться в десятки раз. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, давайте подведем итог. Купив хороший компьютер, часы и лампочку, наша экономия составит 38 691 рубль. Заработок 4500 рублей. Я думаю, что никому не будут лишние такие деньги. Путешествия. Поставьте мне, пожалуйста, плюсы те, кто хотя бы, ну давайте раз в месяц куда-нибудь ездит. Можно даже раз в 2 месяца. Летает на самолете, ездит на поездах, отдыхает где-то, берет номер в гостинице. Есть такие? Вижу, что такие есть, может быть, даже и больше есть. Потому что мы по всему миру, наверное, вообще столько, сколько покупают билетов, это огромные-огромные деньги. Почему бы нам не иметь с этого свой заработок? Вот здесь вот я взяла... Как пример, у меня есть знакомый, который летает в Москву раз в неделю. В понедельник он уезжает, в среду приезжает обратно. Мы взяли и посмотрели, сколько будет стоить билет на самолет. Билет на самолет стоит 14 259 рублей. И я ему показала, что через портал Дубли он может остановиться в гостинице «Космос», в которой он всегда останавливается, но без скидки. Ему оплачивает все его компания. Эту гостиницу мы нашли за 8200 рублей за 2 дня. То есть сразу же он автоматически получил скидку. Мы посчитали, что экономия составит 9040 рублей. И сразу заработок 3144 рубля, потому что кэшбэк до 14%. Как я уже сказала, разные магазины, разные компании предоставляют свой процент. Итак, давайте следующий слайд. В месяц летает.
Мы посчитали, что его экономия для компании, он принес компании, то есть он стал для компании уже вот таким вот хорошим, положительным человеком, потому что он сэкономил компании 36 160 рублей. И тут же он заработал кэшбэк свой назад 12 576 рублей. Я думаю, что эти деньги ему не лишние. А теперь я хочу показать вам, стоит ли покупать машину через интернет, насколько это выгодно и что насчет качества и гарантии. Мы очень долго искали материал, следующий слайд, пожалуйста. И я, конечно же, не скажу, что все подряд машины можно приобретать дешевле. Есть те машины, которые действительно на 200, на 300 тысяч дешевле. Вот, например, машина Audi Q7 2008 года. Через портал Дубли мы нашли ее за 659 340 рублей. Люк, крыша, привод на 4 колеса, центральный замок, круиз-контроль и так далее. То есть все то же самое, что и в машине, которая продается в Москве. Уверена, что вы знаете, в Москве самые недорогие машины, потому что рынок перенасыщен, поэтому мы взяли сравнение именно с Москвой. Итак, экономия составляет на 1 090 000. Друзья мои, как бы это ни было, не выглядело вот неправдоподобно, вы все можете это проверить. Я здесь посчитала также, когда я звонила в БРУ, я узнала, сколько стоит доставка. Каждую машину доставка идет своя, по-своему. От 3000 долларов до 5000 долларов я взяла 150 тысяч. То есть я сверху вот этой вот суммы 659 тысяч прибавила 150. Ну и плюс, конечно же, это растаможка, потому что идет из границы, да, и в зависимости от машины будет тоже варьироваться где-то от 100 до 150 тысяч. Я взяла по максимуму, чтобы показать именно выгоду. Давайте 250-300 тысяч мы берем за доставку и растаможку. Хотя эта сумма может быть и 150 тысяч, и 200 тысяч. Итак, в любом случае, приобретя машину через БРУ, через портал Дубли, вы экономите вот на этой Audi Q7 на 1 000 000 рублей. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, Volkswagen 2008 года, вот эта машина, мы нашли ее тоже через портал Дубли в интернете, за 627 тысяч рублей. В Москве точно такая же машина стоит 1 190 000. Дешевле, опять-таки я прибавила уже 300 тысяч, дешевле на 263 тысячи. Следующий слайд, пожалуйста. Lexus RX 350, одна из моих любимых машин, поэтому мне очень приятно про нее говорить. Тоже четырехприводная, кожаный салон, люк, обогрев сидения, обогрев зеркал. Ну что говорить, Lexus. Мы эту машину в интернете нашли за 989 934 рубля. Я прибавила 300 тысяч и получилось дешевле, чем в Москве, на 340 тысяч 66 рублей, потому что такая же машина такого же года, 2010-го, то есть она не новая, с рук, она стоит 1 630 000 рублей. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, Lexus RX тоже 350, но уже 2011 года. Наверху мы нашли через интернет, через портал Дубли за 1 148 000 рублей. А в Москве она продается за 1 699 000. Ну, можно сказать, что за 1 700 000. Прибавила 300 тысяч и получили, что дешевле, на 251 764 рубля. В принципе, здесь можно даже заниматься бизнесом. Просто покупайте машины через портал Дубли и перепродавайте. Это все реально и это все правда. Учитывая, что все машины, которые находятся за границей, не видели российских дорог, а значит, они не знают, что такое соли, от чего не ржавеют, они не знают, что такое впадинки, ямки, да, то есть они просто не знают российских дорог. У них у всех хорошие дороги за границей. Я думаю, что вы знаете. Следующий слайд, пожалуйста. Так, Lexus RX 300. Модель не совсем новая, поэтому в Москве мы ее уже не нашли.
В интернете мы нашли эту машину за 445 тысяч, ну, практически 500 рублей. А в Новосибирске точно такая же машина стоит 915 тысяч рублей. Прибавили растаможку 250-300 тысяч, дешевле на 170 тысяч рублей, 169 533. Следующий слайд, пожалуйста. Audi A8. Машина стоит в интернете 296 835 рублей. Точно такая же машина стоит в Москве за 852 тысячи рублей. Итак, плюс доставка и растаможка, а эта машина немного меньше, чем Lexus и Volkswagen, и вообще большие машины, они немножко дороже будут брать за растаможку и доставку. Эта машина наверняка будет за доставку и растаможку где-то около 200 тысяч, но, тем не менее, я прибавила все равно 300 тысяч и получилось дешевле на 255 тысяч 165 рублей. Ну, и я решила тоже для автолюбителей показать такой вот прекрасный магазин «Динодирект». Это вообще универмаг, где можно найти абсолютно все, и тоже от иголки до самолета. «Динодирект» предоставляет каждому VIP-клиенту заработок в 9,2%. И вот здесь я показала мужчинам список тех категорий, которые можно найти в «Динодиректе». Учитывая, что этот магазин имеет бесплатную доставку, вот здесь я специально показала, вы видите внизу зелененький грузовичок, и написано «бесплатная доставка». Здесь также можно найти гарантированно самым низким ценам любой товар, который вы захотите. Итак, купив, допустим, изысканный, вот здесь написано прочный, портативный, электрический, воздушный насос, да, для автомобиля, вы, во-первых, сразу экономите, так как вы видите, вот здесь 18% скидка от Динодиректа, плюс вы зарабатываете 258 рублей. Либо вот этот вот 4 в 1 многофункциональный ЖК цифровой шины манометр. Ну, я думаю, что мужчины меня поймут. А этот также мы имеем сразу скидку 20%. И помимо бесплатной доставки мы имеем заработок 104 рубля. Следующий слайд, пожалуйста. Видеорегистраторы. Это сейчас очень популярно, поэтому я вот нашла еще один очень хороший магазин, который предоставляет заработок 6,3% для каждого пользователя unet.ru. Здесь тоже можно очень много всего найти, но как пример я вам показала, что вот видеорегистратор DOT F500LHD, он стоит через дублем 3330 рублей. Сразу ваш заработок составляет 210 рублей. А экономия ваша составит 960 рублей. Следующий слайд. Вот такой вот видеорегистратор и инспектор HD3030. Он немножко подешевле, но тем не менее через портал Дубли вы сможете его приобрести за 2060 рублей. Через также интернет, не говоря уже о магазинах обычных, которые находятся рядом с вами, да, за 2548 рублей. То есть, приобретя через портал Дубли, вы экономите 488 рублей и зарабатываете сразу 130 рублей. Ну и следующий слайд. Так как у нас с вами зима, я решила показать термобелье. Есть такой вот очень хороший универмаг на портале Дубли. Там также можно купить абсолютно все. И больше всего меня, конечно же, заинтересовали учебники. Я сначала хотела вам их показать, о том, что от 1 по 9 класс, там и для дошкольников, и абсолютно вот всю литературу, которую можно найти. Так как я сама мама, я понимаю, насколько это важно. Думаю, женщины меня поймут. Но решила перед зимой показать вам, что здесь можно купить отличное термобелье, недорого, сэкономив при этом 110 рублей и заработав сразу 136 рублей. Вы видите, что штаны абсолютно одинаковые, но через портал Дубли вы их купите за 1090 рублей. В любом другом магазине за 1200 рублей. Следующий слайд, пожалуйста. И я показала мужскую терморубашку, которую через портал Дубли вы приобретете за 1090 рублей. Через другой магазин вы приобретете его дороже на 900 рублей. И опять-таки вы зарабатываете, покупая через Дубли, 136 рублей. Следующий слайд, наверное, будет у нас уже Светлана Корнева. Я передаю ей микрофон.
это точно нет, такой же следующий, шоколик. Следующий слайд не Светлана Корнева, а Светлана Сучкова. Но сначала я поговорю. Ой. Прошу прощения. Ну, ладно, я скажу большое спасибо за внимание. Я вижу, что меня дослушали практически все, никто не вышел, а это значит интересно. Друзья, покупать через портал Дублин не только экономно, но и здесь вы будете иметь хорошие деньги. Спасибо большое за внимание. Передаю тебе трубку, микрофон. Ну, конечно, это впечатляет то, что показала Алена. Там, когда мы покупаем машины, я думаю, это всем будет интересно. Что вообще сейчас произошло? А мы поставили крест на перекупщиках. Сейчас будет много, там они пыхтеть и все такое. Вот эти все разницы цен, которые показала вам Алена, откуда они берутся? Да понятно. Это просто накрутили. Там пока совсем небольшой кэшбэк, ребят, на машине, но это вопрос времени. Там кэшбэк что-то рублей 600. Да какой там кэшбэк, если вы экономите на 200, 300, 400 тысяч? Вот о чем идет речь. И потом, что еще очень важно, вот у меня здесь присутствует, скажем, Светлана Корнева, да и Алена созванивалась непосредственно с американской компанией, которая поставляет машины до крупных портов, до Петербурга, там, до Владивостока. То есть вот она поставляет эти машины, компании. И они машины отслеживают. Вот если вам здесь, в Москве, могут впарить машину после аварии, подправят, подрихтуют, сделают как игрушечку, и вы будете с ней потом всю жизнь мучиться, то там этого не произойдет. Это гарантированно. Понимаете? А. Огромные деньги экономия. Б. Вы получаете машину с нулевым пробегом по России. Ну, что само за себя и говорит. Вот тут есть у меня мысль была сначала показать вам вживую этот, скажем, прям зайти туда и показать. Но Алена так много показала слайдов, это может затянуться. Я, наверное, не буду вам показывать это вживую, да? Скорее всего, мы это покажем людям, которые к нам присоединятся, в нашу компанию шопоголиков, да? Об этом я скажу позже. Ну, я там много времени провожу, вот именно вот здесь, среди машин. Но это потому, что я мужчина и тоже водитель, и все такое. Действительно, ну, просто впечатляет. Впечатляет. А сейчас вам расскажут еще об одной возможности, фантастической. Я не боюсь этого слова. Светлана Сучкова. Она, поверьте, ас. Просто ас вот в этом деле. В деле покупок. Мне просто рядом стоять стыдно. Если уж мы вместе пойдем в магазин, то, конечно, я тут отстаю. Она вам расскажет о новой возможности, еще более упрощающей покупки через Дублин. Итак, встречайте, Светлана Сучкова, город Волгоград. Спасибо за представление, друзья мои. Давайте проверим звук. Я вижу, микрофон у меня работает, но все же. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики. Все, благодарю. Да, действительно, товары для всей своей семьи – это и одежду, и обувь, и электронику, и косметику, и, не знаю, самые совершенно разнообразные товары я покупаю в интернет-магазинах. И это уже произошло более 3 лет назад, я начала покупать, и я тогда не знала, конечно, о компании, о таких сервисах, которые предоставляют кэшбэк. И я начала покупать в российских интернет-магазинах, потому что это проще, понятно. Оплата происходит при получении товара, то есть, ну, как-то более для меня было понятно. Но когда я разобралась, я начала покупать в зарубежных, и потом, когда я начала, узнала о дубле и о том кэшбэке, который мы имеем возможность получать на карту, то, конечно, ну, моя инициатива в этом плане стала просто зашкаливать, что называется, и, потому что это действительно очень удобно, интересно, это захватывает.
Но как вот, вы знаете, я и сейчас совершаю и в российских интернет-магазинах, и в зарубежных, и это все зависит от того, насколько мне нужно быстро товар, какая категория товара, то есть какая доставка, и цена доставки или бесплатная, или что-то заплатить. В общем, я вот эти сравниваю показатели, всегда это делаю. И всегда делаю осознанный выбор. Вот те, кто из вас, кто захочет также научиться покупать и в российских интернет-магазинах, и в зарубежных, получать кэшбэк, вот этому мы, осознанному выбору, мы вас обязательно научим. А сегодня я вам расскажу, насколько быстро и удобно сейчас стало осуществлять поиск нужного нам магазина или нужного нам товара. И для того, чтобы получить кэшбэк, нам нужно было раньше, да, зайти обязательно на портал Дубли, залогиниться там и выбрать тот шопинг-молл, на котором мы хотим покупать этот товар, ну, определиться с категорией товара, выбрать это все. И затем только мы начинаем покупать для того, чтобы получить кэшбэк. Да? Сейчас появилась новая совершенно практика поиска товаров, практика поиска магазинов, и сейчас ввели аппликацию в браузер Google Chrome. И поиск товара, поиск магазина становится просто делом 2,5 секунд. Здесь стрелкой указано, что эта аппликация сейчас работает только с Chrome, но в ближайшем будущем это все будет и Firefox встроено, и в Explorer, и в браузер Safari. Установить эту аппликацию очень просто. Вы знаете, а пользоваться я покажу вам, насколько это удобно, приятно и очень быстро. И все мы знаем, что поисковая система Google Chrome, она очень нам всем близка, и многие ей пользуются. Значит, теперь, когда вы будете пользоваться поисковой системой, сейчас мы говорим о Гугле, да, и для того, чтобы найти какой-либо товар, мы сможем увидеть не только список магазинов, где этот товар продается, но и сумму кэшбэка, который возвращает нам Дубли. И, естественно, это экономит время, я написала, в результате наши клиенты экономят деньги. То есть искать стало очень и очень быстро. Аппликация называется «Панель инструментов Дубли кэшбэк». А теперь примеры, как это действительно замечательно работает. В поисковой строке Google Chrome я написала слово «одежда», то есть в данном конкретном случае мы с вами ищем категорию товара, то есть ищем по категории товара. И здесь вы видите, что открываются магазины, где продается одежда. В данном случае нам предлагаются магазины, которые находятся на российском портале. И рядом такой значок D, если вам хорошо видно, если нет, то увеличьте экран. И написано кэшбэк до 182 рубля, до 15,7%. То есть совершенно разные магазины мы здесь можем выбирать. И мы видим, какой магазин, какой процент возврата кэшбэк дает. Также можно осуществлять поиск по магазину. Вот я ввела в поисковую строку браузера Chrome магазин Macy's. Этот магазин находится на американском портале, да, то есть не на российском, но в то же время, если любой этот магазин, неважно, то есть он находится на австралийском, на немецком, на британском моле, еще где-то, да, если этот магазин есть в Дубле, то обязательно появляется ссылка этого магазина, и внизу значок D, значит, Дубли, и написан процент возврата. То есть в данном конкретном случае процент возврата по месяц составляет до 9,9%. Итак, мы с вами решили найти обувь, и нам открылось несколько магазинов, и в данном конкретном случае меня заинтересовал магазин «Сапата». Вот справа в середине вы видите, и он дает кэшбэк до 18,4%. Я нажимаю на этот значок D, и дальше что происходит? Дальше
выпадает вот такое окошко, открывается, уже более видно нам, что это дубли, и внизу две колонки с процентами, то есть первая колонка это для бесплатно зарегистрированных клиентов, для премиум клиентов, вторая колонка и третья для VIP клиентов. И то есть вы видите, что сам поисковик предлагает нам перейти на дубли. Нажимаем кнопочку «К магазину». Попадаем в магазин, но мы видим, что сверху это сайт, сверху это дубли, да, мы не перепутали, внизу сайт самого магазина Сапата. Если клиент хочет что-то купить в этом магазине и получить кэшбэк, то нам предлагают активировать кэшбэк, то есть нам нужно нажать на кнопку «Активировать кэшбэк». Если же в систему вы вашей не зарегистрированным, то предложит вам ввести логин-пароль и зарегистрироваться, и также активировать кэшбэк. Вы видите, что все очень просто, действительно и понятно. Теперь посмотрим, какие фирмы предлагает нам поисковик Google по покупке авиабилетов с кэшбэком. Алена говорила, что это невероятно выгодно, потому что и мы имеем возможность покупать и авиабилеты, и заказывать железнодорожные билеты, и все это мы имеем с этого кэшбэк. Это действительно очень приятно. Итак, нам выдает Google поискал и нашел, что мы можем купить с кэшбэком в Озоне. Мы можем купить с кэшбэком в Люфтганзе, кэшбэк до 7%. Известная компания Aviasales дает кэшбэк 6-8%, ну вот и другие компании. Но в данном конкретном случае я хочу посмотреть на Aviasales. Он осуществляет поиск по нескольким компаниям. Итак, я нажимаю, затем я активирую кэшбэк и... Я хочу полететь, мне нужно будет слетать в Москву из Волгограда, туда и обратно, мне нужен один билет. И я, значит, очень удобно все, я все ввожу на русском языке, и вы видите, что и город, и, ну, абсолютно все понятно, потому что это российская фирма, и нам все, естественно, все это очень ясно. Итак, что нам нашел этот поисковик Aviasales, эта фирма? Я вижу, что он нашел, что в Озоне, оказывается, все-таки дешевле всего. Хотя это Aerolines, это компания на один и тот же рейс, да, и дает по разным компаниям разные цены. Ну, я помню, что Озон дает хороший кэшбэк, и я все-таки пойду сразу в Озон. И кэшбэк тут до 7,3%. Я захожу, активирую кэшбэк, естественно, и если меня все устраивает, да, все абсолютно устраивает, я заказываю билет. И я, естественно, получаю экономию, так как я выбираю самый дешевый билет, да, я получаю кэшбэк, возврат на свою карту 784 рубля, которые выведу с карты, обналичу в любом банкомате. И это действительно приятно, это удобно, это очень быстро. Вот, друзья мои, вот таким образом, используя такой инструмент, как аппликацию, я надеюсь, что всем было понятно, как это все происходило, но это на самом деле все очень быстро. Этот инструмент встроен в браузер Chrome, и каждый клиент может экономить время, и очень просто мы можем теперь искать и товары, и нужный магазин. Для того, чтобы установить этот инструмент в ваш компьютер, это займет у вас, ну, максимум 5 секунд. Для этого вам нужно обратиться к человеку, который вас сегодня на эту встречу пригласил, чтобы он помог вам это сделать. И вы уже будете самостоятельно искать все, что вам нужно, и не затрачивая это абсолютно никакого времени. То есть это все будет происходить мгновенно. И еще одна новость, которая тоже совсем недавно для нас пришла на российский рынок, это очень приятная новость, это программа для предприятий и организаций. И что это такое?
Я знаю, что очень многие предприятия, очень многие организации, предприятия малого, среднего бизнеса тратят огромное количество и времени, и денег на то, чтобы организовать деловые поездки для своих сотрудников. И вот благодаря вот этой новой программе все теперь можно будет делать в одном месте и зарабатывать кэшбэк. Ну, я просто уверена, что предложение заинтересует огромное количество организаций. Вы видели на предыдущем слайде, вы видели по слайдам Алены, что насколько можно сэкономить на одних поездках, на одних перелетах, на одних билетах. Это очень большие деньги. А здесь речь идет, конечно, о очень приличной экономии. И если кто-то из вас работает в организации, и где сотрудники часто совершают такие деловые поездки, то моя вам рекомендация – обратитесь к тому человеку, который вас пригласил, и спросите, как принять участие в этой программе. И я думаю, что ваши руководители будут вам просто безумно благодарны, что вы сэкономите огромные суммы для вашего бизнеса или для вашей организации. В любом случае, все от этого только выиграют. Вот такая информация у меня. Напишите, пожалуйста, если вам понятно, как удобно, как быстро стало совершать покупки и получать кэшбэк, поставьте мне, пожалуйста, плюсы. Ну, я рада, что я донесла до вас эту информацию, и все, хорошо. Я думаю, что теперь ни у кого не будет никаких проблем, получите кэшбэк, не получите, получилось через дубль или нет, теперь вы точно будете знать. Нажимаете «Активировать кэшбэк», и через какое-то время вы получаете, уже видите эти деньги в кэш-органайзере, и затем вы их переводите на свою пластиковую карту. У меня все, Вадим. Спасибо большое. Ну, каждый раз слушаю, прям заслушиваюсь. На самом деле я хотел вам вживую показать, надо или не надо. Или все понятно. Потому что мы уже почти час. А у меня для вас еще очень приятные новости. Дальше. Ладно, давайте мы не будем показывать вживую, потому что это вам покажет человек, который вас пригласил. Хорошо? Ссылка на регистрацию в вашем письме, вот, которое вас сюда пригласило, или сейчас придет с записью, там будет ссылка. Извините. Так, давайте поговорим о самом приятном. Вот о самом приятном на сегодняшний момент. Это ведь не все, что мы вам рассказали. Тут можно еще заработать денег. Но пока я хочу вас обратить ваше внимание на на членство. То есть вы можете зайти бесплатно и получать по первой колоночке, если видели, то минимально. Вы можете зайти как премиум клиент, это 150 рублей в месяц, и получать дополнительно 4% на каждую покупку ко всем, которые вам там дадут. Ну, допустим, кэшбэк там 3,2 бесплатного, то здесь будет уже 7,2. Но чем хуже вот это вот? Этот кэшбэк 4% копится и выплачивается только раз в году, в конце. А вот VIP-членство 99 долларов в год, ну это где-то 250 рублей в месяц, да, дает вам 6% дополнительно ежемесячно, то есть 3,2 плюс 6, 9,2. И каждый месяц эти деньги вам начисляются, ну, на карту. Мы, естественно, которые вам все это рассказываем, мы, естественно, VIP-члены. А почему? А почему? А потому что здесь есть реферальная программа. Все очень просто. Вот вы со своей семьей одеваетесь, обуваетесь, покупаете мебель, холодильники, телевизоры. Все, катаетесь по миру, получаете кэшбэки. У вас есть знакомые. У вас есть e-mail адреса и скайпы. Вы рассказали. Люди становятся VIP-клиентами, вы получаете 20 долларов. Ко всем своим выгодам портала вы получаете 20 долларов с каждой VIP-подписки. Это на самом деле, я хочу вам сказать, фантастические деньги.
Дело в том, что сейчас сюда подписывается просто поток клиентов. Представьте, только-только открылся российский шопинг-молл. У нас миллионы людей. И вот сейчас идет сюда поток клиентов. Вот почему выгодно становиться VIP-клиентом. Вот так вот. У вас там в кабинете, ну, когда вы даже бесплатно зарегистрируетесь, у вас там будет свой кабинет, но когда вы станете VIP-клиентом, вот так вы будете получать денежки. Возвраты, вознаграждения. Вот такие вот деньги, если вам видно, достаточно приличные. И эти деньги у вас будут там внутренний кошелек. Вот 74, 132, 270, 1300. И у каждого из вас будет вот такая красивая карта. Вот вы даже своим знакомым покажете эту карту, они то спросят, а что это за карта? И вы расскажете. Вот такая карта, и вы в любое время можете вывести деньги сюда. Понимаете разницу? Там кто-то писал, я получаю, знаю магазин, который платит деньги. На самом деле он делает вам скидки, накопления, все что угодно. Здесь конкретные деньги на конкретную карту. Вот и вся разница. И мы зарабатываем эти деньги, мы экономим, получаем от дублей кэшбэк, и мы зарабатываем вот эти деньги. И вы будете их зарабатывать. Вот этот момент понятен? Плюсики. Поставьте. То есть просто элементарно поделились, получили, поделились, получили. И никаких больше тут затруднений нет. Так вот сейчас начинается то, что я готовил вам с самого начала сегодняшней презентации. То есть смотрите, на самом деле все понятно, что выгодно очень стать клиентом, бесплатным и там, так далее. Но кто станет VIP-ом, сейчас получит грандиозное количество бонусов. Смотрите, надо успеть за сутки. Мы любим людей решительных, потому что ну, вы будете там тянуть, а мы все-таки бонусы на 20 тысяч рублей сейчас вам приготовили. До завтра придете, получите бонусы. Первый бонус – это всестороннюю поддержку и обучение. Вы зарегистрируете безопасные платежи. Мы научим подбирать и не ошибаться в размерах. Научим отслеживать по ссылочке, да? У нас свой чат, куда вас заведут, и там вы можете задать вопрос, где купить телевизор или где купить это. Вам помогут. Мы будем оповещать вас о скидках. И еще одно я здесь не дописал. Это сейчас, пока я вам начал рассказывать, пришло мне в голову. Каждый новый VIP-клиент получит страницу. Страницу, красивейшую страницу с роликом и с его личной ссылочкой. И вы можете в ВКонтакте, в Одноклассники, в Скайпе, в e-mail эту страничку давать, и к вам будут приходить ваши рефералы. То есть вот это я вам здесь гарантирую. Но это пока не деньги, да? Кроме того, вы получите купоны. Смотрите, кэшбэк кэшбэком, но каждый магазин еще есть там купонная система. То есть применив купон, вы можете значительно сэкономить еще, там и так ниже, вы применили купон еще ниже, а потом получили кэшбэк. Это мы приготовили только для VIP-ов. Карту бесплатно, так здесь все вам пишут. А вот теперь пошли деньги. Первое. Так как мы команда, интернет-команда, вот, которая вам сейчас здесь вещает, то, естественно, у нас есть свои фишки. Вот чтобы вы не вызывали себе мастеров, когда у вас что сломается, мы дарим вам свой курс стоимостью 1470 рублей. Вы можете переустановить Windows, основные поломки, почистить от вирусов, установить программки и так далее. Это первый вам подарок, наши дорогие VIP-ы. Второе. Вам надо продвинуть, ну, чтобы побольше было рефералов, вам надо записать видео, правда? Вы купили, допустим, себе, там кто-то iPhone спрашивал, есть iPhone и очень много. Купили, тут же сняли небольшое видео и в ВКонтакт, и в Одноклассники, и куда-то. Все, у вас пошли рефералы. Здесь вам почти 3000 подарок, потому что это азы, азы интернет-маркетинга. Это вам. Дальше, вы сняли видео, вам надо написать текст, который сразу привлечет к вам людей.
Конечно, Сергей Проценко дал нам такой бонус. Там Вадим Дедык, это личные знакомые мои и наших ребят, сказали, вот, пожалуйста, вот пройдя эту книгу, вы за час сделаете продающий текст, напишите свой с уникальной конверсией. Это вам в помощь, дорогие ВИПы. И, конечно же, огромный бонус от Сергея Змеева. Это три целых бонуса. Он лично нам дал. Сергей Змеев, к нему едут со всей страны. Его коучинги стоят 100 тысяч и больше. Живые, да? Он долларовый миллионер. Но вот эти три коучинга он дал нам, для того, чтобы мы дали вам. Здесь можно как набрать базу 1000 подписчиков, да? Как соединить свои энергии, как получить эту жизненную силу. Я до конца этого не понимаю. Это он мастер в этом. Как построить инфобизнес, чем его едят. Вот здесь он все нам разжевывает. Он говорит, возьмите и начните делать, и не соскочите, результат будет. $470. Итак, господа, нравится вам это или нет? Те, кто придет и заплатит 250 там, чашку кофе в месяц, ну, ВИПом, получат, кроме нашей всесторонней помощи, купонов, поддержки, страницы, еще бонусов на 20 500 рублей. Ну-ка, отреагируйте, господа. Даже если бы ничего этого не было, вы бы все равно пришли в дубль, потому что это глупо не идти. Предложение, от которого нельзя отказаться. А мы берем вас в свою команду. И еще даем вот такие бонусы. А ну-ка, пожалуйста, чтобы я понял, есть здесь тут люди, которые поняли всю ценность и хотят к нам присоединиться. Поставьте плюсы. Жду прямо. Это так нужно всем, это так элементарно и так выгодно, что просто я думал, сейчас будет 108 плюсиков. Понимаете? Я думал, будет 108 плюсиков. Это очевидно. Это очевидно. Что нужно делать? Значит, сейчас... А, еще я вам не сказал, держитесь за стул. Держитесь за стул. Кто зайдет с 1 октября по 1 ноября, а нас там будет человек 150 новых, да? Играйте. Получайте смартфон или 10 тысяч рублей. У нас уже выигрывали эти деньги, просто перечислили вам на карточку. Ну вот теперь, ух, пожалуй, все. Пожалуй, все. А теперь думайте, какая команда может такое позволить? И шутим ли мы шутки, когда вот зовем вас сюда к нам? Подумайте. И что нужно сейчас сделать? Понятно, что у каждого из вас есть письмо. Вот берите прямо сейчас, открывайте это письмо и пишите человеку там ответить. Я хочу стать клиентом. Вот мой скайп. Пожалуйста, помогите. Вышлите ссылку. Или он вам уже присылал. Тогда нажимайте там кнопка регистрации, элементарная регистрация. И опять же пишите, помогите мне стать VIP-клиентом. Ну там и стать-то очень легко. Нажал VIP-членство и оплатил с карты. Но вам в любом случае придется сконтактировать, чтобы получить все бонусы, чтобы попасть в чат, ну и так далее, получать всю всестороннюю помощь. Вот теперь я думаю, что все. Итак, дорогие друзья, я, естественно, вас всех жду. Вас ждут все, вот кто, Алена, Света и многие-многие другие люди. Почему мы это делаем? Конечно, мы хотим и реферальные заработать, но еще самое главное, мы сейчас с вами фактически поделим Россию, потому что этот портал просто валом идут люди. Так успевайте заходить. И мы сейчас отстаем на несколько десятилетий от Америки, а мы должны их догнать. Вот и все. Вот теперь я, пожалуй, останавливаю запись, а вы